Я бы ему присягнул и прям преклонился. И пусть он император, и менять правительство при этом. Вот дай мне машину времени, я бы это все равно не делал. Мы любим вот такие формы, форматы. О, те, кто с ним общается, пусть оппонируют. Я с ним не общаюсь. Я даже не общаюсь с тем, с кем он общается. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю, то есть... Круто! Да это ж круто! Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Я реально прихерел. Они реально хотят эту войну в массе в своей. Но это не могут быть столько ботов. Это народ. Я могу пренебрежительно о нем говорить. Или это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Это... Америка — это крутая страна. Миш, мне похуй. Я так чувствую. Он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Выродок ты откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Все говорили, да, тобой крайне недовольны. И мы считаем, тебе надо быть аккуратным, там сказать, со своей там, личной безопасностью. Это, конечно, печально. Это печально. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Казался мне таким достаточно умным, вдумчивым, подозрительным. Ну, такой типичный КГБшник. Я много КГБшников видел. Он проект КГБ, то есть он человек-система КГБшник. То есть он смотрит через тебя, так присматривается, вслушивается. То есть он такой вот прям KGB-мен. Вот нахуя тебе 1,5 миллиарда, если у тебя уже есть 20? Нахуя тебе эти 1,5 миллиарда? Ты понимаешь? Это пиздец. Вот все, что она имеет благодаря там, или, там, ну, моей какой-то помощи. Там, да. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Он сидит на госзаказах там, на всем там. Не, он, конечно, талантливый парень с точки зрения каких-то разговоров, но по сути весь его бизнес, там, у него 3-4 контракта и госзаказы. Да? Он таки сидит на жирных контрактах. Он вообще не рыночный, он не гибкий. Долго, очень долго. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Но я думаю, от перестановки мест слагаемых сумма не поменяется. Придут эти, начнут пиздить еще больше. Блять, я заплакал.